Ребят, всем добрый день. Решила записать такой небольшой beauty must-have текущего каталога. Еще раз напомнить о тех предложениях, которые просто нельзя упускать, потому что уже в следующем каталоге, по тем ценам, по которым они есть в этом каталоге, этих позиций не будет. И первое, с чего я начну, это такая вот ночная маска NovAge. Чем мне нравится эта маска? Во-первых, скажу, что у нее такая достаточно плотненькая текстура, да, очень приятная, очень комфортная. Вот, я ее использую один раз в неделю, наношу сразу после умывания, после использования тоника. Тем, у кого кожа сухая, я рекомендую использовать после ночного крема, будет нормально. Вот, тем, у кого кожа немножечко даже склонна к жирности, я рекомендую все-таки использовать как отдельный уходовый компонент. Чтобы понять, да, как действует эта маска, надо на самом деле разобраться в ее составе. В составе здесь находится что? Во-первых, это гиалуроновая кислота. На самом деле гиалуроновая кислота естественным образом вырабатывается нашим эпидермисом, но с возрастом выработка, да, гиалуроновой кислоты, она снижается, а это тот компонент, который удерживает влагу в нашей коже, да, и помогает ей быть упругой, эластичной. Если, соответственно, снижается выработка, то отсюда и появляется дряблость кожи, да, отсюда появляются морщинки, ну и, соответственно, все вытекающие последствия. Это первый, да, компонент, на который обращаем внимание. Второй компонент – это масло инка инчи. Чем интересно оно? В его состав, да, входят омега-3, омега-6 и витамин Е. Омега-3 – это, соответственно, повышение, опять-таки, эластичности кожи, да, все это прекрасно понимают, это жирные кислоты, и нашей коже они нужны. Омега-6 – это липидный барьер, то есть повышение защиты липидного барьера, и витамин Е – это антиоксидант. Да, то есть это тоже понятно, антиоксиданты, они всегда входят в косметологические продукты, то есть такое вот очень богатое, да, сочетание компонентов, оно в буквальном смысле на самом деле заставляет кожу петь после применения этой ночной маски. Более того, я вам скажу, что я на себе наблюдала еще эффекты накопительные, да, то есть там первые применения, они были не настолько показательными, насколько они показательны сейчас. То есть я могу поспать даже 5 часов, да, я могу на ночь выпить там водички спокойно, но при этом с утра я встану, и там могут глаза выглядеть уставшими, да, но лицо будет в буквальном смысле слова сиять. Вот, то есть ощущение, как будто бы ты реально съездила в отпуск, выспалась, назагоралась под солнышком, да, такая вся классная, замечательная, приехала после ночного сна, всего лишь там несколько часов, да. Вот, поэтому вот эта вот ночная маска, она сейчас идет с 50% скидкой, у нас, как у партнеров, еще скидка минус 20%. И смотрите, да, к вопросу, дорого это или недорого, сколько получается, она идет с 50% скидкой, вот я ее точно использовала в прошлом декабре. У меня сейчас ее, ну вот столько вот, вот столько осталось в той баночке, которую я точно начала использовать в декабре, возможно, даже раньше, я не помню. Дальше, следующий продукт, это такой вот скраб NovAge, тоже из этой же серии. Чем он мне нравится? На самом деле, я скрабов для лица перепробовала огромное количество. Чем мне нравится этот скраб? Во-первых, это его текстура, я тоже покажу. Вот так вот на самом деле выглядит. Тут даже незаметно тех микрочастиц, да, которые в конечном итоге скрабируют кожу, то есть они вот таким, как бы при первом приближении они даже не видны, настолько они маленькие, настолько они гладенькие, незаметные, да, при этом они действительно кожу очищают, да, то есть чем хороши настолько мелкие частички очищающие, скрабирующие, во-первых, они поверхность кожи в итоге не травмируют, да, сильно за счет того, что они такие маленькие и гладенькие, а во-вторых, они в поры все-таки проникают, и вот эту вот всю грязюку из пор в буквальном смысле слова выковыривают. Вот, во-вторых, да, опять же смотрим на состав, что здесь в составе. В составе здесь у нас молочная кислота, да, в общем-то, ее свойства всем известны. Если немножечко даже там на 2-3 минутки скраб на лице оставить, он будет действовать как пилинг. Вот, то есть это то, что
как раз-таки очищает, да, наше лицо, мягко отшелушивает все мертвевшие клетки. И здесь масло ши, которое при этом очень бережно увлажняет, поэтому у меня лично нет никакого ощущения стянутости, сухости, да, после использования этого скраба. И у нас, на самом деле, девчонки даже с очень чувствительной тонкой кожей его спокойно используют, да, в отличие от каких-то других более агрессивных, да, скрабирующих средств. Вот, я буквально вот только что после него, то есть на мне нет сейчас никакой косметики, да, прекрасно кожа себя чувствует. Дальше, вот такой вот ночной крем, тоже это моя прям, мое открытие этого каталога. Ночной крем Optimals Hydra, матирующий, то есть на самом деле такое очень интересное, да, казалось бы, несочетаемое сочетание. Во-первых, мне не показало вблизи, да, мне очень нравится его текстура. Такая вот она гелевая, очень легкая, очень невесомая, прям большой кайф наносить на лицо. Что здесь, да, опять же, идем в состав, да, и понимаем, как это работает. В составе у нас содержится белая крапива, она обладает успокаивающим действием, соответственно, все какие-то вот там покраснения и так далее, да, вот она все эти штуки убирает. И то, что я поняла не сразу, да, но, ну, то есть как это все работает, но потом, как бы вспомнив свою практику, у меня когда-то из косметики L'Occitane, там есть такая серия с гамомелисом. Вот, я когда-то ее для себя брала, честно скажу, кожа просто пела. То есть она просто пела, потому что гамомелис, он обладает свойством сужать поры, да, убирать вот все вот эти черные точки, сужать поры, и кожа действительно, у кого вот она склонна там к расширенным порам, да, там к появлению черных точек, к закупориванию пор, очень комфортно себя чувствует. Вот, и здесь, вот в этом вот ночном креме, оказалось, что тоже есть в составе гамомелис. Вот именно поэтому он работает, в общем-то, похожим способом, да, и действительно я, вот буквально сколько я, 1,5 недельки им пользуюсь, я очень ощутимый эффект чувствую вот в этой вот зоне, да, именно по устранению черных точек и по суженным порам, вот, то есть это прям видно невооруженным глазом. Вопрос цены, да, то есть мне он вышел... сколько там, рублей в 500, на полгода, наверное, мне точно хватит его, я думаю, даже дольше. А в L'Occitane, ну, я не буду, конечно, я думаю, я не преувеличу, если я скажу, что раз в 6 он стоит дороже. Вот, поэтому думайте, да, имеет ли вам смысл экономить свой бюджет. Дальше, еще одна штука для лица, это такой вот, такая вот штучка называется, это спонж коньяку, он изготавливается, в общем-то, из корней одноименного растения, да, то есть это такое пористое волокно, оно очень хорошо впитывает влагу и при этом очень быстро высыхает, да, когда оно не увлажняется, то есть вот я сегодня с утра пользовалась, у меня он еще влажненький, да, ну, потому что хранится еще в ванной, там достаточно такой влажный климат, вот, а вообще, когда он высыхает, он прям становится как камушек, такой твердый-твердый, вот, то есть в твердом виде его, конечно же, использовать нельзя. Какими прекрасными свойствами он обладает? За счет своей такой вот очень пористой текстуры, я попробую показать на видео поближе, да, за счет такой своей пористой текстуры, он очень нежно пилингует, да, но при этом не настолько, чтобы прям травмировать кожу, да, там прям снимать вот верхний слой эпидермиса, нет, не настолько, то есть буквально вот он как раз-таки ваши дневные все загрязнения, да, вот эту всю там копоть, грязь, то, что на вас нападает, налетает и пристает к вашему лицу в течение дня, он вот очень нежно все это убирает. Точно так же, да, в плане тех же черных точек он тоже хорошо помогает при регулярном системном применение. Потом, если на него наносить очищающее средство, требуется в разы меньше, то есть экономия у вас еще будет очищающего средства, потому что текстура пористая, да, и вот эта вот как бы мыльная пенка, она, соответственно, образуется гораздо лучше. Вот, то есть приобретение такой штуки вам еще и хорошей экономии послужит в плане вашего очищающего средства, которым вы пользуетесь. Дальше, подходим к такой вот штуке, это такое классное предложение этого каталога, это гель с малиной и мятой, какой у него просто,
потрясающий аромат, это не передать словами, на самом деле эффект лета будет длиться еще, наверное, всю осень, потому что это большой объем по очень выгодной цене. И что мне нравится еще в этом геле для душ, у него тоже есть такие какие-то небольшие микро-микро такие скрабирующие частички, да, и кожа прям после душа как персик, тем более в применении вот с такой вот перчаточкой, да, которой можно мыться, соответственно, то есть использовать ее как мочалочку. У нее тоже такая вот шершавенькая текстурка, да, соответственно, это тоже небольшой такой будет эффект скрабирования для вашей кожи, и в применении вот с таким вот гелем это прям бомба. Перчатки лучше брать две, да, чтобы мыться можно было сразу двумя руками. И последнее, да, о чем я скажу, выгодная позиция этого каталога, это у нас такие вот румяна в шариках, они, ну, то есть вот идут с такой крышечкой, она откручивается, здесь пончик, соответственно, да, я, как видите, активно ими пользуюсь, вот, тут идут шарики 4 цветов разных, наносить лучше большой кистью, да, я это делаю вот так, но это зависит, ну, то есть... Примерно покажу, так, так, да, то есть от скул к подбородку, немножечко как бы такое нанесение, оно вот подчеркивает форму лица, да, вот эти вот скулы, и очень прикольно это смотрится. Шарики все эти, они делаются вручную, прям вот девочки вручную делаются эти шарики. Эти 4 цвета очень здорово между собой все сочетаются, коррелируют, да, и такой ненавязчивый эффект, очень естественный румянец создают на вашей коже, да, при этом это эффект такого подсвечивания кожи получается, и действительно... Выглядите вы такой отдохнувший, здоровый, да, то есть нет вот этой непонятной серости и тусклости на лице, и при этом нет какой-то кукольности, да, которую я, например, замечала при использовании других румян, то есть раньше в моей косметичке вот эта штука отсутствовала, потому что те румяна, которые я видела на своих знакомых девочках, но они меня совершенно не вдохновляли, да, потому что я за естественную красоту, и даже если макияж, то он должен быть естественным, красивым, ненавязчивым, да, как будто это твоя вторая кожа, а не что-то такое вот прилепленное тебе сверху, вот, и вот эти вот румяна, они как раз-таки очень круто позволяют создать этот эффект. Мне кажется, они у меня тоже уже почти год, и ощущение, что я вообще ими не пользуюсь, то есть настолько экономичное использование, в общем, это очень прикольно. Вот, такие небольшие лайфхаки от меня, обязательно берите эти продукты, потому что в следующем каталоге они будут уже намного дешевле, не будет уже ночной маски Novage с такой колоссальной скидкой, не будет уже такого крутого скраба с такой огромной скидкой, не будет уже таких вот гелей для душа в мега объеме и просто по какой-то смешной цене. Поэтому обязательно всем пользуйтесь, покупайте и радуйте себя и свое женское сердце.